Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Грибанчук. Зараз, так би мовити, важливе, дуже важливе повідомлення. Єдині новини, які транслюються, тобто головна інформаційна артерія країни. Якщо на ваших телевізорах недоступна, то тепер вони транслюються на радіоплеєр.ua без тарифікації мобільних операторів. Ще раз повторюю, до марафону єдиних новин приєдналося цифрове безкоштовне радіо «Радіоплеєр.ua». Якщо у вас немає доступу або зник телевізійний сигнал, отримуйте новини через інтернет-радіо «Радіоплеєр.ua». Ми щойно говорили перед цим об 11:15 про волонтерську складову величезну, яка в нашій області дуже зараз потужна. І також зараз проведемо ефір. В наших гостях сьогодні Денис Мінь, лідер громадської думки, президент Всеукраїнської федерації стріт-воркаут «Україна», та Іван Волков, лідер громадської думки та блогер. Дуже зараз багато вас людей дивиться. І багато людей вам довіряє. І ми зараз спробуємо звернутися до аудиторії та надати їм інформацію, яка для них важлива, корисна. Почнемо з Дениса, з вас. Розкажіть, будь ласка, як наразі ситуація в нашому місті? Чи контролюється? Однозначно контролюється, нам так звітують наші голови обласних адміністрацій та рад. Яка ситуація на районах? От, наприклад, ви, я бачила, що готується Дніпро точно. Да, если говорить за ВСУ, там комментарии излишные, они готовы как никогда, они не просто готовы, отбивают врага такими темпами, что оккупанты просто в шоке. Если говорить конкретно за Днепропетровскую область, за гражданский сектор, и мы сейчас не комментируем ВСУ, это бесполезно, бессмысленно, и вообще нельзя сливать информацию. Если говорим мы за гражданское население, как никогда за всю историю вообще существования Украины город Днепр и вся область объединилась до такой степени, что просто уши будут заворачиваться у оккупантов и наших врагов. Это первое. Второе, я бы хотел обратить внимание на то, что сейчас очень много громад, ОСМД, команд различных федераций спортивных Днепропетровской области скоординировались, объединились, и самое главное, что они уже предпринимают определенные шаги, что они будут делать дальше. Есть определенная цель, координация, план, план действий, дорожная карта, как будем делать в той или иной ситуации, потому что сейчас запланировать сложно, но уже есть прописанные там пункты определенные, что мы будем делать. В каких случаях мы будем применять, например, гражданское население там, по собственному желанию, по собственному волеизъявлению, а хотят, внимание, 100% это делать, как, например, это было в Мелитополе, в Энергодаре, когда люди выходят на улицу, мирные люди, без оружия, тех, у кого нет оружия. То есть это сразу рекомендация, чем вы можете помочь нашей стране. Просто даже не пропустить элементарные эшелоны, не пропустить колонны. Мы это будем делать, мы высокомотивированы, и это нужно делать. Второе, если есть люди, которые мужчины, крепкие, сильные, смелые парни, они будут использовать коктейли Молотова. Но тут я хотел бы добавить отдельный комментарий, очень важно, что сейчас масса произведена в Днепропетровской области коктейлей Молотова, уже больше 60, по моим оценкам, ввиду там нашего производства, наших складов, которые мы отгружали, наших партнеров и по всем локациям, где сейчас они делаются. Более 60 локаций, правильно? Не, 60 тысяч. Ты тысяч. Да, смотрите, у него есть срок годности, поэтому тут важно беречь горюче-смазочные материалы. Обязательно и в процессе поступления проблематики, когда мы будем понимать, что враг приближается, изготавливать новые, чтобы это было эффективно. И самое главное, не лезть на рожон, чтобы молодые, горячие, амбициозные парни, которые захотят защитить эту страну, я хочу обратиться ко всем, кто сейчас смотрит, чтобы вы не лезли на рожон, не рисковали своими жизнями. Это только в красивых картинках, в фильмах или в документальных фильмах, когда все так взрывается, и все замечательно. Очень много может быть ожогов. Неправильно люди кидают. Для этого есть определенные инструкции. Обязательно посмотрите на YouTube, у меня нет времени рассказывать. Далее, берегите свою жизнь. Если вы применяете коктейль Молотова, важно, вы должны это делать исключительно с крыш домов, с балконов, из-за угла дома, если это внизу. И ни в коем случае, если нет возле любой брони, неважно, это танк, БТР, а тем более, это самое важное, на что мы можем повлиять, это палить их топливо, то есть бензовозы. Лучше ориентироваться на них. И делать это можно из-за любого угла дома, если вы можете только убежать и спрятаться, чтобы не было пехоты, которая вас убьет элементарно с автомата. Если у вас нет оружия, вы должны это делать исключительно безопасно, когда вас не видят. Если у вас есть оружие, тогда вы можете это делать уже в открытую, там, идти в прямой бой, но это уже зависит от ваших возможностей. Дякую вам. Іване, ви з Краснопілля. Як ваша громада гуртується?
дбая про безпеку. Розказуй. Невероятно хорошо объединилось Краснополе, стоять одним целым, помогаем друг другу, каждый дом думает за другой дом. То есть коктейли делали еще до начала этого всего движения. Коктейли были, начинались с первых дней, когда начали только бомбить Днепр. Я увидел, что Денис занимается, мы с ним старые-старые друзья и двигаемся все вместе по воркауту. И поэтому приехал, научился, увидел, как он делает, привез все коктейли в Краснополе, делать начали подобные. До этого делали с пива, с лимонада, то есть с различных таких моментов. То есть люди как бы не ходят по одному. У нас есть Краснопольская рада, которая там делает громаду, делает охрану, ну, которая она как бы даже и без нее люди понимают, что нужно бронить друг друга и ходят все большими кучками, то есть 5-6 человек. И также, если будет нападение, нужно будет держать город. Бросать коктейли нужно будет по 5-6 человек, нужно группироваться, нужно находиться вместе и делать план. Но одно скажу, люди готовы к любому развитию событий, потому что имеют в голове решение этой ситуации любыми методами. То есть, если бабушки в селах забрасывают их картошкой и потом коктейлями и парят их в гаражах, то у нас подобная ситуация. То есть, если наши села крепкие, то наши города будут живы. Поэтому мы, думаю, это все переживем. Чи є паніка в вашій громаді? Паніка була, паніка закінчується, тому що, крім мене, ще є інші активісти, які допомагають мені, зі мною в місті двигаються по нашому поселку, по нашому району, є, звісно, блокпост, допомагають, кормимо, возимо шини, возимо пісок, лично засипаємо пісок, робимо блокпости, робимо чаї, кормимо солдат. Тобто как бы, ми цю паніку как бы, стараємося ісікати, тому що це є... Наряд для меня это как в моей голове, в моем понимании, это одинаковая опасность, как пушки, как ракеты, так само это паника. Потому что в моей семье много женщин, и они очень паникуют, смотрят интернет. Но опять-таки здесь даже наши хакеры уже начали бомбить их и блокировать их аккаунты, Инстаграм, которые сеют эту панику. Самый большой хакер мира, которого никто даже не знает, никто не может знать его лицо, он инкогнито, он на стороне Украины, он бомбит российские сайты, российских блогеров, он им промывают мозги с помощью интернета. И это является нашим ядерным оружием, которое есть у Путина. Но у нас есть ядерное оружие, которое является информацией. То есть, если мы так будем дальше двигаться, то победа будет за нами. Обов'язково. Денис, наскільки важливо зараз правильно себе поводити, подавати вірну та чітку інформацію саме лідерам громадської думки? В Дніпрі багато блогерів, в Україні багато блогерів. От в них є окремий фронт. От на вашому прикладі розкажіть, як треба подавать информацию. Да, на моем примере, с чем мы столкнулись, очень много дезинформации, непроверенной информации, ее нужно перепроверять. Любой материал, который размещается в соцсетях, Инстаграме, Фейсбуке, ТикТоке, нужно перепроверить. С другой стороны, есть, конечно, момент, что еще многие делают это на волне там резкого всплеска нервов, эмоционального потрясения. Тут можно людей понять, любую информацию хотят разместить, чтобы донести быстрее. Но не всегда это хорошо. Очень правильно было вами сказано в начале нашего интервью о том, что если у вас пропадает какая-либо коммуникация с каналами, то нужно переходить на альтернативные. И помните, что самое главное, даже если вам будет враг говорить или любые социальные сети, которые там смогут захватиться, или каналы, неважно, будут рассказывать, что все, Украина капитулирует, никогда не верьте этому, это невозможно на 1000%. То есть почему? Я тут хочу сразу панические атаки исключить, потому что у нас все хорошо. Даже в тех городах, в которых сейчас оккупант зашел, это все исключительная временная мера, это военная тактика, они туда скоро вылетят, выжгутся и искоренятся с нашей земли. Просто поверьте нашим ВСУ, поверьте нашему президенту, у нас все будет хорошо. Я бы хотел дополнить Иван, он правильную вещь сказал по поводу коктейлей и количества. Если вы будете пользоваться коктейлями, напомню вам, что 2-3-4 коктейля не играют никакой роли, это просто как оккупанту покурить на броневике. Поэтому если вы это делаете, если вы уже осмелились и правильно, безопасно это делаете, без функции камикадзе, то делайте это не меньше 7 и даже 8 бутылок на одну броню. Только тогда есть эффект температуры горения, задымления и выкуривания врага. Дополню, в Краснополе на каждого русского солдата 5 коктейлей. И еще одна вещь, успокою народ, чтобы они нас взяли, нужны наши самолеты, нужны наша территория, чтобы могли базировать свои корабли, базировать свои вертолеты, самолеты. У них этого нет. Мы их сбиваем джавелинами еще в воздухе, мы их сбиваем на подходе, то есть они могут встать. Они дойдут до Харькова. Сегодня я проснулся, мама говорит, взяли там почти Харьков. Эту всю информацию сейчас уже не взяли. То есть все меняется, все вот так вот происходит. Это война, и здесь не нужно никаких вообще фактов. Умное решение, никаких фактов не выдавать, пока нет точного вот именно результата. Официальная позиция, да, да. Власне, брифинги в администрации областной. Щодня, каждую годину звітує обласна влада.
Тому і все на телеканалі відкритий Open TV та Open Site. Це все показує. Денисе, а ви да, я хочу доповнити дуже важливу інформацію по волонтерській ініціативі. Смотрите, зараз настільки всі воодушевлені, я взагалі горжусь українцями. Да, да. Я настільки в восторге від наших людей, що вони об'єднані одною ідеєю, настільки вони об'єднались, всі враги подружились. Ради одной общей Оппозиция цели. Но ввиду вот этого, да, такого всплеска эмоций, очень много совершается ошибок, объясню какие. Очень круто, что собирается благотворительная, там, гуманитарная помощь, милитарная помощь, всякая разная. Но нужно понимать, что слишком много выполняется действий, которые сейчас не приносят никакого результата. Например, привозится масса продуктов, которые могут пропасть. Привозится масса белья, одежды, которая просто сейчас будет выкидываться. Оно не, то есть уже переполнены некоторые склады, переполнены некоторые дислокации волонтерских пунктов. И нужно привозить только то, что нужно. Медикаменты, какие-то теплые вещи, которые конкретно пригодятся, например, тем же харьковчанам, которые сейчас идут на плыв в Днепропетровскую область или там из других регионов. Очень важно, чтобы вы еще самое главное, например, если мы говорим о продовольствии, о продуктах питания, не занимались приготовлением этих блюд, нужно исключительно, чтобы была консервация, сухие пайки, сухие крупы. То есть, объясню, почему я об этом говорю. Мы еще не столкнулись с гуманитарной катастрофой, которой мы можем столкнуться через месяц, через два или через квартал, через три месяца. Мы должны сейчас запасать. Если у вас есть склады, просто запасайте, потому что потом лучше оно не пригодится, мы выкинем, но не дай бог пригодится, у нас будут большие запасы. Резюме моего спича: не перерасходуйте, не испортите те ценные гуманитарные вещи, которые сейчас заполняют наши склады. И дополню блогерам совет: пишите то, что нужно, а не то, что уже вы дали. Да. То, что нужно, пишите людям. Если люди, слышите какие-то там вам военные, близкие говорят, что нужно им сделать, вы делайте. Мой пример. На улице есть прапорщик Сергей, который отдал мне своих детей, жену, которые живут со мной в моем доме. Я их защищаю, оберегаю. И также на всю часть вожу им еду, медикаменты. Точно, конкретно не волонтерам, а конкретно солдатам в руки отдаю, которые нужно пацанам. То есть вот им нужно конкретно было вчера просто горелка, печка, еда, медикаменты, элементарная зеленка, даже валерьян купит, потому что надо, даже коньяк покупаем, потому что надо. Да, мы за ЗОЖ, мы как бы за рубль жизни, но мы понимаем, что им там это необходимо, у них нервы, это буквально наши защитники, наши оборонители, и мы помогаем тем, что нужно им. Вот это важно. Они когда просто делают обычно скриншот, карту, и кому эта карта, куда это пойдет, никто не знает. Поэтому пытайтесь добиться источника помощи, кому нужна помощь. Просто ще трохи більше інформації треба витратити на те, щоб довіритися, що це наразі актуально. Бо буває, ми при цьому говорили з волонтером, історія викладена про потреби 10 годин тому, вже тричі привезли, все перевезли, правильно. Перевіряємо, дзвонимо. І ще я хочу до вас, як до лідерів так, громадської думки, звернутися от з яким проханням. Україна наразі єдина, це то всі знають, однак є да, поодинокі випадки агресії. Дивіться до кого. Біженці України, жінки, які рятують своїх дітей, батьки, які рятують своїх дітей. Давайте звернемося, аби поодинокі люди не засуджували. Добре? Да. Будь ласка, Денис, да, тут, во-первых, нужна психологическая поддержка. К счастью, в Днепропетровской області в Дніпрі хватает психолог, который сейчас работает с такими людьми, с беженцами. Но и с другой стороны, на самом деле, сейчас у всех эмоциональный перегруз, и поэтому бывают нервные срывы, это абсолютно нормально. Психологический центр работает хорошо, абсолютно в каждом волонтерском центре, официальном, да, там, не месячком, работают эти группы, они помогают, и обращайтесь с ним, не стесняйтесь. Вы знаете, мужики, взрослые, которые с характером, и те обращаются к психологам, это не является каким-то, знаете, там, пристыдным действиям, поэтому это абсолютно нормально, это война. Я бы хотел, знаете, обратиться к мужикам, которые имеют охотничье оружие, любое оружие, которое есть у гражданского населения. У меня к вам хорошая новость. Сейчас принимается законопроект Верховной Рады Украины, может быть, пока мы с вами договорим, он уже подпишется и примется, проголосуется. Разрешено на официальном уровне применять против агрессора любое оружие. Поэтому чистим стволы, я уверен, они у вас уже смазаны, и готовимся встречать оккупанта. Чи є що додати? І з-за кожного угла, з кожної криші дома, з кожного балкона, пам'ятайте, що к ним должна прилететь горячая пуля. Якщо нет оружия, любой кирпич. Добавить є, що передам своїм охотникам, в Краснополі їх много, поэтому да, это хорошая новость, действительно. Будем вместе. На щастя, в Дніпрі та в нашій області все спокійно, що не можна сказати про бідолашний Харків, який зараз просто на наших очах руйнується. Київ, люди сидять в
метро навіть не можуть вийти та виїхати. Дивіться, у нас все спокійно. Чи можна дуже багато фейків, чому в Дніпрі все спокійно? Там хтось повідомляє, що повідомляє про те, що хтось з кимось домовився. Будь ласка, давайте коректно дамо інформацію про те, що в Дніпрі гуртується, ворог ще сюди не дійшов і амінь не дойде. Вам слово, будь ласка. Смотрите, здесь мы не имеем права комментировать такие вещи, это исключительно привилегия военных экспертов, но я лишь могу высказать субъективное мнение, это мое личное субъективное, что до Днепра пока что не дошел оккупант только по той причине, что вот как раз вы привели пример в те города, которые нас защищают. Вы знаете, как купол, вот эти все города, которые сейчас борются, проливают кровь, разрушается инфраструктура. Мы вот должны благодарить эти города. Нам так просто, да, географически повезло, что мы находимся, да, в центре Украины, ну, практически в этой восточной части. И поэтому враг точно сломает зубы, когда дойдет сюда, если дойдет. Я уверен, что и вот по Харькову вы сказали, очень жалко людей, очень жалко инфраструктуру. Столько лет мы, особенно последние годы, у нас налаженные дороги, которые сейчас давятся гусеницами оккупанта, больницы, садики, дома, у нас все настолько красиво, мы настолько прекрасная, красивая страна становились и так прекрасно жили, это все разрушается только по одной простой причине, потому что людям не нравится, что так люди хорошо живут. Соседи хорошо живут, нужно их развалить. Поэтому по Харькову у нас очень работает большая координационная группа, сейчас харьковчан принимают, очень много беженцев. Потом, знаете, когда мы победим, а мы победим 1000%, будем помогать Харькову, будем помогать другим городам. Будем отстраивать заново все, будем делать все для того, чтобы у нас все было. Мы одни, нет такого, что мы в Днепре закрылись, вот Днепр пока не бомбят, а Харьков, ну как бы, ну вот, нет, не, это не та история. Потом будем помогать. Другие волонтеры, которые помогают уже строить, это будет точно. Да. И русские в шоке от того, что у нас дороги лучше, чем у них. У нас в селах есть асфальт, да, и да. Танки идут, они останавливаются, дайте покушать, дайте заправиться, поэтому... Географически нам повезло, поэтому поможем после победы и другим областям, которым не повезло географически. Многие люди задают вопросом, чем помочь. Вы знаете, уже слишком много помощи, реально всего хватает пока что. Когда нужно будет блогеры Днепра, все, которые красавчики, благодарю их за то, что помогают. Все люди вообще настолько вообще помогают, супер. Я вас люблю, украинцы. Но важная вещь, те люди, которые еще не знают, как себя применить, а это важно, человек не может сидеть, он перегорает, он просто сидит и сходит с ума. Чем вы можете помочь? Выигрывайте в информационной войне. Не поливайте никого грязью, не обзывайте, не спорьте, не переубеждайте. Показывайте правду, что происходит в вашей стране. Берите проверенную информацию с ресурсов. Не бойтесь, главное. Да, не бойтесь, размещайте, доносите. Поверьте, массированная атака, лайфхак, рекомендация. Если на вас не подписаны русские, которые увидят эту правдивую новость, вы можете сделать прикольную штуку. Заходим в Google Maps. В Москву, выбираем любой ресторан, кафе, популярные объекты и пишем там свой отзыв. Его удалить невозможно. С Google Maps удалить отзыв невозможно. Ставим единичку и пишем комментарий. Оккупанты, высылаем видео, высылаем фотографии, как разрушаются города нашей Украины. Массированная атака. Это то, чем, внимание, днепропетровчане, днепряне, то, чем вы сейчас можете помочь. Доносите максимальную информацию. Максимальное количество разрушающих зданий, которые есть, разрушенные города Украины, постите туда, в Макдональдсы Москвы, KFC Москвы, все их автомобильные центры, все их лучшие скверы, которые их целые стоят, а наши разрушенные. Показывайте, как у нас. Чем быстрее они выйдут, тем быстрее мы все закончим, и ядерной бомбы не будет, это все закончится просто у них. Они свергнут этого тирана, и мы будем просто понимать, что они тоже вольные. Сильная держава, и, возможно, когда-нибудь будет тоже братская. Но не сейчас, и не скоро, и пока они просто нам не нужны здесь. Я ще хочу додати, Денис, я сказала про Макдональдс, KFC. Я сподіваюся, що сьогодні-завтра вони там позакриваються. Уже, да. І санкції також будуть. Ще дуже важливо, так, що треба донести нашим глядачам. Сигнал сирена. Особисто я вчора бачила, коли на вулиці просто грають діти. Деякі мешканці все ж... не звертають на це уваги. Давайте звернемося, як лідери громадської думки, аби береглися та краще перестрахуватися. Краснополь чересчур бояться. Чересчур в погріби, буквально сразу же всіх друг друга групірують, обзванюють і ділять. В Краснополі точно сирену слушають. Если вы не хотите спускаться в подвал или у вас его нет, ну хотя бы прислушайтесь к элементарной рекомендации. Это эффект двух стен, лучше трех. То есть не сидите возле окон, прячьтесь, где есть минимум 2-3 перестенки. Идеально подходят для этого тамбуры, внутренние коридоры, то есть внутри здания.
И если вы не доверяете сиренам, если вы не хотите спускаться и разгульно гуляете по улицам, то посмотрите на другие города, что происходит там. Посмотрите на тех людей, которые не успели добежать до бомбоубежищ или подвалов. Последнее добавлю, да, 99%, что к нам они танками не придут, пехотой тоже, но бомбить они могут. Это единственное, что они могут делать, это только бомбить. По крестьянскому, так по низкому, это он может делать. Поэтому возле окон нельзя, и окна лучше заклеить крестиком, потому что если вдруг будет мина, то это сдержит стекло, не будет много осколков, и не будете ранены. Ну видите, сыкливые войска оккупанта действуют крысиным способом и просто бомбят с крылатыми ракетами. Да, как крысы. Они используют авиацию, крылатые ракеты и вакуумные бомбы, запрещенное оружие. Казалось бы, миф лопнул. Сильная русская армия, которой не хватает просто пехоты, силы, мужиков, которые придут сюда просто ногами и будут нас мочить. Ну, не хватает. Как видите, парады у них красивые, могут, да. А по факту нет такого. Они не могут. Так что дон, как бы не хочу ругаться, но вы поняли мою мысль. Вот такие дела. Ще така важлива так, тема – це мародери так, да. Та диверсанти. Я знаю, що людський самосуд народу – це найгірше, що може бути. Скажіть, будь ласка, чи повідомлялися, чи вам дзвонили люди та когось підозрювали? Бо мені здається, зараз навіть сусіда будуть точно підозрювати, а краще пристраховуватися. Як от з цим? День. Спім по 3-4 часа. Постоянно звонят, пишут, особенно в селе, когда в общем это массово больше психоз. Потому что вышел покурить муж, 10 минут его нет, уже сразу звонят мне, надо прийти в другую консультацию, проверить того мужа. Ну, курить вообще вредно, не курите. Лучше будем спать мы, блогеры, которые вас охраняют. Это первое. Второе, очень много разных диверсий. Новая машина заехала, приехала. Тоже учитывая тот факт, что с Харькова заехало много машин и своим ходом заехало, не только лишь автобусами. И многие харьковские АХ-машины катаются по тому же Краснополю, и люди пугаются. Пугаются, не зная, думая, что диверсанты. Как правило, это просто приезжие. Как правило, мы вызываем полицию, проверяем с полицией, проводим диалог, беседу, и ситуацию мы эту закрываем, мы решаем. Поэтому как бы, нужно держаться, нужно больше фактов, убеждения, что на нас как-то хотят напасть, а потом уже делать какие-то действия, чтобы не было хаоса. У меня есть практический лайфхак, как проверить диверсанта или того человека, который является чекистом российским, неважно, или он просто предатель Украины. Смотрите, если вы не можете вызвать полицию, потому что она сейчас очень занята, поверьте, у СБУ и полиции очень много дел. В культурной форме подходим громадой, не одному человеку, а несколько, это ваша безопасность. И просим культурно этого человека показать его первые документы, всего лишь две вещи. Первое, покажи документы, второе, покажи мобильный телефон, последнюю твою переписку. Последние 10 переписок в мессенджерах. Если вы увидите, что в смартфоне есть слив информации, размещение баз, там, переписка с оккупантами и прочее, то есть это элементарно увидеть. То естественно, сразу упакуем этого человека, а лучше... Не буду призывать, вы знаете, что сделать. Если у него автомат очень сложно и долго, ну просто или очень... Еще вы знаете, что делать с этим человеком. Спросить, есть ли у нас в Днепре или в Украине монобанк отделение, это самое такое легкое, оно вообще есть, его нет, оно существует. А люди этого не знают русские, думают, что есть. Поэтому тут тоже так много. Ну и много информации про печника. Да, печник уже модно. Полуница, поляница. Поляница, да, уже все по-разному. А давайте теперь наостанок хочу от вас, от саме звернення до людей, від душі. Що буде все добре, що обов'язково ми переможемо та країну відбудуємо. Будь ласка, почесь. Денисе, вам слово. Ну, дуже коротко. У нас точно буде все прекрасно. Ми демократичне, суверенне государство України. Нас ніколи не зможуть розділити. Всі, хто прийшов к нам з мечом, від нього і погибне, смерть собакам хуйла. Ну, у вас вже така футболка, це вже наразі не рахується нецензурною лексикою. Вже я згодна, так, да, згодна. Офіційно вам заявляю, з 2022 року, 24 февраля, це не є матюком. Це вираження громадянської позиції. 24-25 февраля к нам никто не хотел брать в Европу, мы никому не были нужны, а сейчас Европа готова к нас уже сама прийти, сама к нам хочет, потому что самая сильная армия Европы. И это важный факт, что мы переломили всю как бы, историю, все мнение о нас, все видение о нас, и многие даже внутри страны поменяли мнение о своей стране и своем президенте. Поэтому мы им гордимся, с Денисом солидарны полностью, мы его уважаем, мы его как бы, чтим, потому что первый президент, который действительно имеет характер, имеет свое мнение и не ушел, не сбежал, а борется и показывает себя и показывает свою страну. И когда на Конгрессе Европы все встали ему похлопали, это немаловажно. То есть люди сейчас в любом случае объединятся, и мы уже видим, что мы не сами. Но самое главное, мы не сами, потому что мы едины, потому что мы вместе. Вот поэтому мы не сами. Поэтому с нами Европа, потому что мы показали, что мы друг за друга. То, что мы, как это, знаете, как кулак. Один палец слабо, а кулак – это сила. И мы показали, что мы вместе. И поэтому у меня только мысли благие, только полезные, это как бы о победе. Слава воинам Украины!
Слава Україні! Героям. І тут ще треба додати, я як ведуча не можу це сказати, Денисе, ну те, що у вас на футболці написано, наша громадська позиція. Русський воєнний корабль, іди нахуй! Да. Віримо в Україну, віримо в нашу єдину армію, в Збройні Сили, в тероборони, волонтерів. І вам дуже дякуємо. Україна вистоїть, Україна єдина. Все буде Україна. З вами була Анна Грабунчук. На все добре. За нами перемога.